Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы рассказываем о кондиционерах. И сегодня мы дадим несколько полезных рекомендаций. Проектируя расположение внутреннего блока, помните, что прямой холодный воздух может привести к тому, что вы заболеете. Поэтому не вешайте его так на кроватью, чтобы он дул прямо на вас. Вешайте кондиционер возле окна, чтобы поток холодного воздуха отсекал теплый. Так вы уменьшите температуру в помещении. Интересным дизайнерским решением будет повесить кондиционер по центру над дверью. Но помните, главное, чтобы поток холодного воздуха не попадал на вас. И в целом, чтобы не заболеть, не выставляйте самую низкую температуру. Лучше, когда температура воздуха от кондиционера отличается от той, что на улице, не более 7-8 градусов. Не забывайте про гигиену. Фильтры грубой очистки необходимо снимать и мыть хотя бы один раз в две недели. И напоследок, продумывайте расположение кондиционеров еще на этапе разработки дизайн-проекта, так как вам придется решать проблему отвода конденсатора.